запись. В общем, это, в чем шутка юмором? Я чуть-чуть сломал Диабло, я, короче говоря, умер, после чего получил левел и еще раз умер, но возродиться уже нельзя. Ведь нет никакого возрождения, причем мы завершили портал, мы переместились, но я переместился сюда как могилка. Долбанная могилка, гробик. Это просто... Мы в очередной раз сломали какую-то игру. Да, я очень часто на самом... Знаешь, у тебя герой включился. Да, я на самом деле... Я так часто играл на героике, что у меня и тут включился. Да, я согласен. Не, на самом деле это тупо, блин, потому что какого хрена? Ну серьезно, ну как так? Ну Диабло, за что? Короче, я не знаю, в чем прикол, но мы сломали игру, и у нас такой непонятный гробик в виде меня, и поэтому я выйду. Я на самом деле, будет смешно, если я сейчас выйду, зайду снова в игру, а я все равно гробик. Но мы сейчас это проверим. Я на самом деле не думаю, что это настолько забаговано, поэтому, скорее всего, так не будет. Но будет смешно, если я буду снова гробиком, это значит, что у меня просто получился запоротый персонаж, и это вообще нихрена не круто. Ну ты, по идее, не на героике же не должен был запороться. Да, но просто проблема, как бы. Это будет первый персонаж, который запоролся не на героике. Да, и причем в городе. Да. В городе. Ожил. Я ожил, да. Но это был бы эпик вин, если бы я еще и здесь, ну, не дохлый был бы. Это было бы очень смешно. Серьезно, это был бы просто эпик вин. Кроме. О, жесть. Да ладно, в общем, всем спасибо, всем пока. Просто жесть. Так ты так можешь, чё? Да, да, именно так. Не, ну а чё, зато круто.